Всем привет! Сегодня приготовлю необычный салат. Возможно, даже кто-то его и не готовил. Я как-то приготовила этот салат давненько на праздник. И в первую очередь все гости съели именно этот салат, попросили рецепт. Сегодня я его буду готовить, но его можно готовить очень часто, потому что времени на приготовление салата совсем-совсем мало и ингредиентов минимум. Желаете, смотрите и пробуйте. Сначала я подготовлю лук. Взяла 1,5 луковицы, можно 2. Луку здесь можно любое количество взять, но, конечно, в меру будет вкусно. Нарезаю тонкими полукольцами. Нарезанный лук добавляю. Чайную ложку соли, чайную ложку сахара и чайную ложку уксус, 9% у меня. Можно 6% яблочный, чуть побольше. Немножко перемешать, чтобы распределилось все с луком. Закрываю крышкой. Пока занимаюсь приготовлением других продуктов, лук маринуется, и его слегка взбалтываю несколько раз. Далее займусь приготовлением мяса. У меня здесь куриная грудка, 350 граммов. Нарезаю тонкой соломкой. Так будет вкуснее. Нарезанное мясо добавляю примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла, соли по вкусу, не полную чайную ложечку, перца черного. Надо, чтобы мясо было острое. И кукурузный крахмал, чайную ложку. Если кукурузного крахмала нет, можно добавить картофельный крахмал. Но если ни того нет, без крахмала хорошо. Просто крахмал, когда обжариваешь мясо, а я его буду обжаривать, становится мягче, сочнее, что ли. И как бы кусочки мяса становятся бархатистыми. Хорошо перемешиваю руками, чтобы все соединилось. И оставляю постоять на столе где-то минут 10, этого будет достаточно. Можно сюда добавить какие-то специи по вашему вкусу, если желаете. Можно добавить соевый соус. Подсолнечное масло тоже хорошо смягчает мясо при обжарке. Я, пожалуй, добавлю соевый соус, чайную ложку. Если соус добавляете, то регулируйте количество соли. Ну, соевый соус придает мясу тоже такой особый вкус. Мне нравится. В сковородку наливаю подсолнечное масло. Это 1 столовую ложку. Все на глазочек. Включаю умеренный огонь. Сейчас немножечко согреется. Не раскаляю сильно. Добавляю промаринованное мясо. Где-то минут 10 постояло. Достаточно. Обжариваю мясо до полной готовности. Перемешиваем. Обжаривается быстро, в течение 5-7 минут. Мясо перемешиваем. Если мясо выделяет сок, можно прибавить огонь. В принципе, уже готовится минут 5, оно готовое. Чтобы жидкость выпарилась, и слегка-слегка можно даже подрумянить мясо. Будет вкуснее. По вкусу оно прям мягчайшее, тает во рту уже. Мне хочется довести его до румяного состояния. Не нужно мясо слишком сильно пересушивать и зажаривать. Слегка-слегка на некоторых кусочках образовалась такой румянец, корочка лезть. Все, выключаю. Какие-то кусочки обжарились, какие-то нет, нормально. Все, мясо готово, его прям так можно есть, оно очень вкусное, нежное. Благодаря крахмалу и подсолнечному маслу, оно мягенькое. Мясо остывает. Беру 3 помидора. Вот такие размером. Нарезать как буду. Вот так. Даже можно вот эту часть еще разрезать. Не очень крупно, чтобы были дольки. Тоже типа соломка, что ли. Вот таким образом. Вот так можно. В общем, тонкими пластиками. Вот так. Помидоры вместе с соком сюда, к мясу. Сейчас дорежу еще 1 помидор. Лучок все это время мариновался. Я встряхивала несколько раз. Нужно ситечко, потому что сок дает достаточное количество.
Можно немножко так его отжать, если слишком-слишком много сока. Все сюда, перчика еще. Потому что этот салат вкусен, когда он острый. Хотя я и в мясо добавляла перец. Перемешиваю. Да, еще добавляю подсолнечное масло. Добавляю рафинированное. Почему рафинированное? Потому что здесь мясо. И мне нравится больше не рафинированное, если с запахом подсолнечника, когда одни овощи. А так как здесь мясо, я добавляю рафинированное. Без вкуса подсолнечника. Перемешиваем. Лучок такой кисло-сладкий. Перец дает остроту и получается очень вкусный салат. Сейчас попробую на соль. Если нужно, подсолить. Соли в салате достаточно, все в меру. Единственное, мне не хватает остроты, поэтому я добавляю перчик. Хорошее такое количество. Черный, именно черный перец, не красный. Еще разок перемешиваю, и салат готов. Больше сюда ничего не нужно. Очень вкусный. Кладем салат в тарелку и наслаждаемся его вкусом. А салат должен быть в глубокой тарелке, потому что он немного дает сок. Но когда его перемешиваешь, все настолько сочное и вкусное. Салат получается настолько вкусным, что хочется его есть и есть. Сочетание свежих помидоров, маринованного лука и обжаренного мяса с добавлением обязательно черного перца острого. Просто изумительно, что такой салат можно готовить хоть каждый день через день. Если не пробовали, попробуйте приготовить. Думаю, что он вам очень понравится. Тем более сейчас лето, помидоров предостаточно. Всем самого доброго, крепкого здоровья. До встречи!